Как неопытному художнику лучше нарисовать портрет с натуры? По фотографии заказчика или самому сфотографировать модель? Спасибо. Самому сфотографировать модель в первую очередь. Потому что те фотографии, которые есть у заказчика, как правило, они не решают художественные задачи. Фотографы, у них свои причуды, свои задачи, свои цели. Вот. А у живописи свои. Поэтому лучше всего взять какую-то живопись портретную, которая вам нравится у одного-двух художников, других, ну, каких-то вот художников, которые вам точно нравятся, и пройти аналогичные, сделать съемку аналогичных задач с модели. Или, ну, с модели, да. Прямо аналогии сделать. В любом случае, у вас будет другой антураж, у вас будет другая одежда, но освещенность, подача фигуры композиционно и прочее, и пластика фигуры. Лучше сделайте аналогию. Все равно аналогия уйдет в сторону от того, с которого вы делали. Вернее, вы сделаете другое все равно. Поэтому пользуйтесь аналогиями, в том числе освещенности. Но если заказчик такой, что его не вытащишь, ну, как правило, муж приходит и говорит, напишите мне жену. И вот фотографии, я хочу сделать ей сюрприз. Если сделается фотосессия, то, конечно, сюрприз уже не тот. Поэтому приходится исходить из данности. Ну вот, прекрасный художник Валегов. У него фотосессии – это еще один портрет. Он так работает с моделью, чтобы вот так сфотографировать. Ну, в Испании, понятно, свет прекрасный. Свет. Он так подготавливает материал, чтобы с него написать, что вот у него, всмотритесь, там есть где-то его видео, как он с моделью работает. Очень-очень активно работает. То есть не абы как. А ну вот здесь вот встань, сейчас тебя щелкну. Нет, не так. Идет, фотографирует. Целый день, может, этому посвящает.